сегодня идет такой процесс, что все те ограничения, которые были в отношении к Ирану, они будут сняты. И нам надо активизировать работу по высокотехнологичным производствам, как самолеты, вертолеты. Иран – большая страна с большими потребностями воздушного транспорта, других видов транспортных средств. Я думаю, что опыт Татарстана, партнерство Татарстана и Ирана здесь было бы взаимовыгодно.